бывшая участница и ведущая «Дома-2» Юлия Ефименкова впервые стала мамой 22 сентября. Звезда реалити родила близнецов от бойфренда Мандезира Света Мура. Из-за особенностей течения беременности сыновья пары появились на свет раньше положенного срока путем кесарева сечения и до сих пор вместе с Юлей пока находится в клинике. Ефременкова в личном блоге рассказывает о том, как справляется с детьми без помощи близких, а также делится первыми успехами малышей. Юлия отметила, что поклонники чаще всего интересуются, когда уже ее вместе с кухами выпишут. Долгое время звезда реалити не могла дать четкого ответа на этот вопрос. Однако накануне она узнала, когда окажется дома вместе с сыновьями. Я к вам с супер новостями. В этот четверг нас с малышами выписывают. Я не могу в это просто поверить. Моему счастью нет предела, поделилась экс-участница телестройки. По словам Ефременковой, в минувший понедельник ее сыновьям в очередной раз делали необходимые анализы и прошли обследование, по результатам которого врачи должны были принять решение о выписке Юлии малышей. Судя по всему, близнецы уже набрали достаточное количество веса и готовы отправиться домой. Дети Юлии и Мандезира родились раньше положенного времени. Звезда телестройки рассказала, что один из мальчиков появился на свет с весом 1827 грамм и ростом 43 сантиметра, а другой с весом 2484 грамма и ростом 48 сантиметров. Первое время сыновья Юлии Ефременков получали питание в виде специальных смесей через зонт. Однако постепенно малышей перевели на грудное вскармливание. В личном блоге Ефременкова отметила, что после рождения сыновей ее жизнь кардинально изменилась. Юлию переполняет счастье от осознания того, что она наконец стала мамой. Ребята, ура! Моему счастью нет предела. Я думаю, вы уже догадались по моей реакции, что сейчас я вам расскажу. Я знаю, как мои подписчики ждали этих новостей не меньше, чем я и вся моя семья в общем. Без всяких прелюдий и намеков. В четверг у нас выписка. Просто не верю. В общем, в этот четверг мы будем дома с нашим папочкой, с нашей бабулей, со всей нашей семьей. Пока даже не осознаю, я так ждала этого момента, я так заглядывала в эти окна и рассматривала счастливые чужие семьи, которые с малышами выходят. И в этот четверг мы тоже будем одними из них. В общем, нас можно поздравлять. Ура! Свершилось! Немного грустно, но что есть, то есть. Вчера только поделилась с вами нашим счастьем, радостной новостью о том, что в четверг у нас выписка. Как сегодня пришел Лор, и у одного из малышей немножко воспаление в ушах. Отита, слава богу, нет, но тем не менее нужно покапать капельки. Поэтому врач нам предложил остаться до субботы. Так как папа наш приболел, и лучше перестраховаться, мне кажется, и все-таки побыть под наблюдением врачей, я решила, что мы еще побудем тут до субботы, поэтому выписку перенесли с четверга на субботу. Ну, я считаю, что все, что не делается, все к лучшему, значит, так должно и быть. Почти месяц в больнице были, ну, не в четверг, так в субботу, на несколько дней еще задержимся. Вот такие новости.